Unbelievably. Как и Ветеранс. А когда-то один говорил Unbelievably. Unbelievably. Тут Unbelievably. Так, какая-то площадка непонятная. Что такое, пока не ясно. О! Типа храм какой-то, что ли. О, классно. Валить отсюда. Странная какая-то. Так. И там все затаились, пока не видно. Всё. Ух, мы вдвоем друг друга сняли. Так, вот этот храм. Ну так, это, конечно, красиво. Вот драконы. Понятно, где здесь занимать. Блять. Внутри храма сидит. Так. Чуть не попал, шли. Снял. Блять, пиздец. Заметили. Шесть очков пока. Тут надо поставить мины. Хорошо. Все нормально. Быть аккуратным. Это не возрождается.
Ну, вход-то у меня заминирован. Поэтому мы можем тут отсиживаться. Пока не будет. Кто-то подыхает. Блять, все пиздец. Пиздец, блять, сука, убили. Copy that. Да. Со всех сторон бич простреливают. Быстрее, быстрее, вали. Чувак уже воскрес. Тринадцать минут остается. Готов. Блять. Пизда. Получается. Они там сидят наверху, короче. Козёл этот меня, пидор, и убил в предыдущий раз. Нельзя нигде задерживать. Надо туда кинуть гранаты. О, накрыло. Хорошо. Все-таки накрыло. Надо еще туда закидывать гранатами. По идее. Козел. Второй ка, второй раз сдох. Классно. 20 очков. 10 минус. Читеров таких нет, что неубиваемый, как в Тайфуне, там вообще пиздец.
И в упор бьешь, он не падает. Явно читерство. 10-10. Вроде перестал приходить. Я понял, что его тут убьют. Может немного все равно поохотиться. Вдруг. А вдруг. Unbelievable. 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 Черный владыка. Спецшкола номер 13. Черный владыка руководил. Unbelievable. Unbelievable. Ну, короче, можно двигаться. Так, тихо вниз. Пока не получилось. Это тусуется. Пока никого не удается поймать. Ты сука! Козел. Убил третьего козла, который ко мне. Ну там будь аккуратным. Дорогие гости могут в любую секунду нагрянуть. Четвертый раз. Козел. Видишь, в упор не... Ну тут чё хорошо, видишь? Читерство такое невозможно, что не убиваем. Как от всех они читерят его всё. Вон дерево, кто-то ебал. Вот в упор ни к кому им не прорваться. А иначе что, нечестно? Какой хрен играть, вот в упор стреляет пулемет, он не падает. Так, сейчас придут, придут. Давай-давай-давай. А ты сука! Сдох! Классно, пятый раз я его стукнул. 28 очков. Шестой раз! Уже вдвоем пришли, во козлы-то. 30 очков. Ничего им не сделать. Вот хули вы лезете, козлы. Видите, что не пролезть, все равно идут. Сейчас ведь еще придут. Уже их это бесит. Ты сука, ну-ка давай-ка. Вдвоем, блядь, сдохли. Бля, пизда. Козел, доигрался. Козел.
Не козел ли ты? Козел. Так, ну-ка давай-ка быстренько наверх. Козел, давай, давай, давай. Подыхай. Козел, он ждал меня. Ну подождем. Вот догадался бы кто-то еще прийти. Вдвоем-то все-таки легче. Гранаты кидают. Я выкурил двоих чуваков. 3-4 очка. Сука! Карт, давай-ка сюда на помощь. Упор! 3-6 очков. Он кинул лишь парализатор, но я в упор бил. Куда его угробил? Очень хорошо, очень. 3-52. Применим. Красивая карта, очень красиво. В общем, не выкурить нас из башни. Ах ты, сука! Метр у тебя игрок. 38 очков. Не лезь же, не лезь. Куда-то отойти. Сука, слава грохнули. Гранаты. 40 очков. Вообще супер. Ух, блядь, пиздец. Все, пиздец. Вышу, блин. Завалили. 40 очков лидера. У меня 48. Надо валить скорее. Переставить мины. Так, поднимаемся. Ах ты пиздец! Пиздец. Да. Теперь уже добивает. Ой, кого-то грохнул там внутри. Добил. Все, я поднял. Сука, ты пизда! Вот сейчас мог бы его вынести, но... Дерешка. Поднимаемся наверх. Ну давай-ка быстрее, быстрее, быстрее. Ах ты, блядь, сука, не получилось. Сейчас надо быть с ним аккуратней. Закрепилась скотина. Готов.
Так, я там поставил мину, но надо быть аккуратным. Блять, пизда. Значит, ты теперь его не выкуришь. Ну вот, 93-91. Синие выиграли, аж вроде со синих. Да, тут я опять на четвертом месте. Лекс 64-28, Пистоль 53-26, Чикасадор 53-28 и Джон 46-21. Вот такая вот история.